Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Православная Брянщина». Одному из древнейших поселений на Брянщине, поселку Бытош Дядьковского района, в этом году исполнилось 390 лет. Главная достопримечательность села – величественный храм в честь покрова Пресвятой Богородицы. Вместе с поселком он также отмечает юбилей. Храм моложе села на два столетия. Ему 170 лет. Впервые Бытош упоминается в 1626 году. Поначалу это была маленькая деревушка, которую населяли славяне. Они трудились, вели свой быт. Отсюда произошло название реки Бытошка. От нее получило наименование и само поселение. В 18 столетии у Бытоши богатый купец Масолов основал чугунолитейный завод. В дальнейшем производством стала владеть династия Мельниковых. На этом заводе выпускали картечь, ядра, все. Есть документ, который свидетельствует о поставке 1812 года картечью в Киев. Вот. Рядом с заводом было создано красивое озеро, которое и сегодня является украшением поселка. Это вот наше знаменитое озеро, которое считается одним из самых крупных в Брянской области озер. Оно искусственное было вырыто, устроено для нужд завода, потому что завод брал здесь через водонапорную башню воду для своих нужд, для приготовления стекла, потом для охлаждения. Машинованный завод. Последним владельцем чугунолитейного завода стал Владимир Мельников. В 1912 году в Бытоше был построен стекольный завод. В 1913 году Владимир Мельников продает завод Мальцевскому акционерному обществу. В 1913 году. И частично становится пайщиком, оставляя за собой особняк, много десятин этого соснового бора, все. И он сюда приезжал именно только в летний период и отдыхать. Усадьба была расположена на территории нынешнего Дома культуры. Были разбиты красивые клумбы цветов. Были монументальные скульптуры из мрамора, все. Были дорожки ухожены, все. Действительно, здесь теплилась жизнь Мельниковых. До сих пор в поселке сохранились дореволюционные дома барачного типа, которые были построены для заводских рабочих. А это мы с вами въехали на Стеклодуевку, и по правой стороне мы можем видеть эти дома барачного типа. Двухквартирные. Видно дерево, то что они еще не обшиты. Это именно те дома, которые были устроены для рабочих, которые были привезены для строительства стекольного завода. По просьбе заводских рабочих в поселке владельцами завода Мельниковыми был основан храм в честь покрова Пресвятой Богородицы. Бытош принадлежала в церковном отношении к селу Бацкино. Неудобство ходить в Бацкино очень далеко потребовало построить свою церковь в Бытоши. С благословения Орловского епископа Никодима в 1834 году Василий Фавич Мельников, хозяин бытошских заводов, приступил к строительству храма. Мельниковым было пожертвовано 50 тысяч золотых. И на эти деньги выстроен храм. Возведению храма в короткий срок помешал пожар, возникший в 1838 году на Петровском железоделательном заводе. И строительство храма было растянуто на долгие 12 лет. И лишь 14 октября 1846 года храм осветили и открыли для верующих. Храм был трехпрестольный. Центральный освящен в честь покрова Пресвятой Богородицы и боковые пределы во имя первоверховных апостолов Петра и Павла и во имя святителя Николая. Построен храм в стиле ампир, отличается монументальностью архитектуры и имеет форму креста. По традиции церковной, по правилам церковным, по канонам, с запада на восток. То есть мы видим этот вход западный, который притвор, трапезную часть, собственно, сам храм, центральный престол, алтарь, который освящен был в честь покрова Пресвятой Богородицы. Храм вообще был собором.
особенно в царское время, во времена империи российской, да, храм был собором, и в последующие годы был собором, потому что здесь три престола. Богослужения проходили ежедневно, поскольку это был собор, было несколько священников, диакон, чтец, псаломщик. Позднее к Покровскому храму была пристроена колокольня. Орловские епархиальные ведомости за 1895 год пишут: «Бытош, архиерея не было там 30 лет. Храм, построенный чаянием купца Мельникова в 1846 году, каменный. С такой же оградой колокольней, устроенной в 1883 году усердиями и стараниями церковного старосты Николая Петровича Амфитеатрова». Николай Петрович Амфитеатров происходит из орловского рода Амфитеатровых, которые дали много архиерея, священнослужителей и деятелей культуры для нашей России. Похоронен Николай Петрович Амфитеатров на территории храма. Весь переход состоял из 1966 душ мужского пола и 2040 душ женского пола. В приходе действовало 5 школ. 2 земские, 1 церковно-приходская и 2 школы грамоты. Судьба Бытошского храма в советские годы оказалась плачевной. Он не избежал ни участи закрытия, ни поругания над святынями, ни расстрела духовенства. 1937 год. Храм в Бытоше закрыт. Священнослужители арестованы и расстреляны. Сжигали иконы, вывозили в район Петровского, да, в лес и сжигали там. И когда храм был закрыт, люди православные ходили туда, делали молебны. В годы Великой Отечественной войны богослужения в храме возобновились. Вновь храм был закрыт в 1960 году. Где колокольня, упала бомба. И полностью было разрушено и колокольня, и вот та часть, вот, северной части Николая Угодника и южной сторона Петра и Павла, вот, и в частности паперть, вот, на которой возвышалась колокольня, она была полностью разрушена. И вот я вспоминаю, когда я учился в школе, нас со школы, там труды, мы выходили и разбирали кирпичи, развалы вот эти вот, обрушившиеся все, что от бомбы было разрушено, все выносили. И вот силами вот этого школы, поселка, вот, сделали, отреставрировали, сделали спортзальное помещение. А, собственно, в самом храме, в центральной части, была устроена торговая база, где хранились продукты. Пшено, соль и иные продукты, которые сюда подвозились. Несмотря на то, что храм был закрыт, праздник Покрова Пресвятой Богородицы почитался в народе. За храмом есть небольшая площадь. Там был раньше рынок. Но в день Покрова на площади этой продавались фонарики, продавались цветы, и люди шли. И именно в этот день благодатный покупали цветочки памяти и приносили к себе домой. В 1989 году по инициативе верующих здание храма было возвращено Русской Православной Церкви. Настоятелем был назначен священник Василий Тартачный, и начались восстановительные работы. Все разрушено. Тут ни полов не было, ничего такого. Все было разрушено, все погнило. Своими силами, трудами жителей все приходили, откликались, приносили иконы, утварь церковную, которую они смогли забрать в 61-м году, чтобы она не была сожжена или уничтожена. Вот. И началась литургическая жизнь. Огромное участие в восстановлении храма принимал, конечно, ныне закрытый, недействующий Бытошский стекольный завод, который и рабочих выделял сюда бригады, и материалами помогал долгое время, вплоть до момента закрытия. В сентябре 1989 года епископ Орловский Брянский Паисий осветил храм, но в трапезной части школьники по-прежнему продолжали заниматься спортом. Восстановили сначала центральную часть, собственно, храм, где совершалось богослужение. Но действовать спортзал продолжал до 92 или 93 года. То есть там шла служба, а в этой части дети занимались физкультурой или были вечера, там осенние балы, весенние какие-то, вот, танцы были.
Вот. Потом со временем, конечно, по просьбе настоятеля храма, то есть священника, который был сюда назначен, вот, уже эту часть трапезную отдали полностью церкви. И также в трапезной части начались восстановительные работы, которые мы продолжаем и по сей день. В 2011 году настоятеля протоиерея Василия Тартачного не стало. Прихожане, переживая за судьбу родного храма, попросили его сына Владимира, тогда еще он не был священнослужителем, возглавить приход. Когда случилось это вот несчастье, когда вот он умер, мы стали отстаивать сына Тартачного, ездила в Брянск, ездила к депутатам, ко всем ездила за него, чтобы нам подписи собирали по Бетоши, вот, по Немеричьим, по деревням. Много ездили. Собирали подписи? Много было, где-то 2900, потому что сын, и он вроде бы вот надежный, мы ему доверили, и так до сих пор мы с ним 5 лет уже. В моем понимании могло быть не столь быстро, скажем так, да, то есть постепенно, вникая, все больше и больше погружаясь в эту вот жизнь общинную, церковную, вот, ну вот, видимо, Божьим промыслом так свершилось. Что... В настоящее время ремонтно-восстановительные работы в храме продолжаются. Батюшка своими силами этот самый сделал алтарь. Все своими силами. И красил, и мыл, и иконы подновлял. Все делал батюшка. В процессе проведения этих работ мы отмыли старинную роспись, которая вот датируется моментом основания храма. То есть по окончанию постройки 1846 год под сводом центрального купола вот были отмыты росписи с фрагментами, частично сохранившимися вот икон. Изображение святых, вот, ангельского чина. Вот. Теперь вот возникает такая необходимость вот в восстановлении, в реставрации этой росписи. Настоятель храма сплотил вокруг себя верующих жителей поселка, которые образовали сплоченный приход. В основном это люди и среднего, и пожилого возраста. Бабушки, дедушки, есть семейные пары супружеские, которые прожили уже долгое время совместно, и по 50, и по 55 лет, вот они приходят совместно на богослужение. Есть люди среднего возраста, есть люди молодые, но очень печально, что их мало. Ходим в храм, батюшке помогаем, но от души работаем. Никуда не надо ехать, никуда не ходить не надо. Пришли в храм, помолились Богу, но и детей перекрестили. Все хорошо. Да, храм нас объединяет. И молодых, и старых, всех. При храме действует воскресная школа. Настоятель сотрудничает с сельской молодежью. По его инициативе 5 лет назад было организовано духовно-патриотическое движение. Мы занимаемся тем, что во все памятные даты, связанные с Великой Отечественной войной, с иными датами, 9 мая, 22 июня, 11 и 17 сентября, мы выезжаем совместно на места воинских захоронений, совершаем панихиды. Вот, пытаемся как-то благоустраивать эти памятники, приводить в порядок могилы, надгробия и попутно рассказываем о истории, о том, что кто здесь похоронен, те люди, которые освобождали, защищали поселки. Сделали маленький пробег, взяли школьников, человек 10, наверное, было тоже около этого. Вот. Подключили вазовую службу, тоже друзья наши. И поехали. Мы все выстраиваемся возле церкви в ряд. Он благословляет, дает свое напутствие. Первая машина едет с орденами, со знаменем там с каким-то. Ну, что найдем. Вот. Фотографии, может, какие-то. И едем, вот, включаем музыку тех лет военную. И едем вот парадом по Бетоши. Все-таки стараемся как-то, чтобы это передалось детям. Потому что, ну, много очень информация не соответствует действительности. И хотелось бы, чтобы дети помнили свои корни, своих дедушек, прадедушек, то, что было. 4 уроженца поселка Бетош стали героями Советского Союза. Это Курков Василий Сергеевич, артиллерист, который в одном из сражений вызвал огонь на себя. И 37 танков накрыло артиллерийским огнем. А он был на наблюдательном пункте. Галицкий Иван Петрович, генерал-инженер инженерных войск. Марютин Петр Матвеевич, летчик,
которого боялись немцы. Во время Великой Отечественной войны у него здесь остались родители. И в 42-м году, в декабре месяце, их вывезли на Большую землю. А младшего брата Михаила здесь расстреляли. И у него нашли сухарики на стенке. Значит, ты собираешься в партизанский отряд. Желтов Сергей Иванович, это ему дали уже Героя Советского Союза после Великой Отечественной войны. Сегодня в Бутовском поселении проживают около 5000 человек. Да, современно Бутоши от предприятий, конечно, осталось. Ну, стекольный завод не работает. Чугунолитейный завод в свое время передали в другому министерству. Там был построен электроламповый завод, ну, то есть начал действовать здесь, который перестал существовать, но на его базе осталось теперь единственное производство базальтового волокна, утеплитель из базальтового волокна. Существует сейчас, порядка 100 человек работает на этом предприятии. Стекольный завод давал работу даже еще совсем недавно, лет 15 назад, больше 1000 человек работало. Перспективы развития как бы существуют, есть инвестиционные планы там, у людей, которые купили цеха. Ну, то есть все не совсем так. Пока еще ничего не брошено совсем, то есть не разобрано там, камня на камне не осталось. Цеха стоят, и у людей, которые купили, потратили деньги, как бы они пытаются найти инвесторов. Настоятель храма живет в Бытоши, сотрудничает с местной властью, знает о сельских проблемах и вместе со своими прихожанами участвует в жизни родного поселка, помогает его благоустраивать. Вот этот парк, который вот этот вот патрон, вот этот, это вот восстанавливали силами наших прихожан, бабушек, дедушек, которые трудились, пилили деревья, косили траву, все это выносили, убирали. И таким образом вот устраивали. Праздники в Бытоши также проводятся при участии церкви. В прошлом году, ну, традиционно, как бы у русских проводы зимы. Языческий праздник, да? Ну, последний день Масленицы. Последний день Масленицы, прощенное воскресенье. Мы провели праздник возле храма. Храм, безусловно, занимает очень большое место в жизни села. Это и как сама вера православная, это стержень для русского народа. Также и храм в любом населенном пункте, это да, как маяк. Юбилейные торжества по случаю 170-летия храма в праздник Покрова Пресвятой Богородицы возглавил митрополит Брянский и Севский Александр. На литургии владыка Александр за усердное служение Церкви Христовой и к юбилею храма удостоил настоятеля священника Владимира Тартачного право ношения наперстного креста. Праздничное богослужение завершилось крестным ходом вокруг храма. В молитвенном шествии приняли участие многие прихожане, жители села и паломники. Всякого зла, честным твоим хамофором поет ныне Святая Церковь, прославляя теплую заступницу мира холодного и святую владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию. Праздник Покрова один из любимейших праздников на Руси. И мы, жители 20 века, воспитанные в нашей отеческой, родной, православной вере, стараемся жить по заповедям Божьим, соблюдая те праздники, те церковные постановления, которые предписывают нам чтить Божию Матерь, как Матерь нашего Бога и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа.
Благодарность за труды по устроению храма и по случаю его юбилея владыка Александр вручил архиерейские грамоты благотворителям. Этот храм мне дорог. Первое, когда я был еще маленький, не в том сознании, как сейчас, родители даже на запрет в то время коммунистов не крестить, меня крестили в этом храме. И поэтому сегодня, конечно, я рад, что Бог послал мне через мои руки какую-то маленькую помощь для восстановления этого храма. Хотелось бы, чтобы в Батоши этот храм был основой духовности, чтобы пошла молодежь, чтобы приход был большой, как мы видим, это у мусульман, католической церкви. И если вот эта цель будет достигнута, я думаю, наша православная вера, она самая надежная, самая справедливая, самая лучшая. И поэтому я всех христиан православных поздравляю вот с юбилеем нашей церкви. В день престольного торжества после богослужения духовенство посетило выставку, посвященную 170-летнему юбилею храма и истории поселка, открывшуюся накануне в Доме культуры. Священнослужители с интересом ознакомились с различными экспонатами, среди которых были представлены православная утварь, изготовленная на Бытошском чугунолитейном заводе, предметы быта селян, старинные фотографии и фотолетопись возрождения храма. Церковно-православные кресты вот, выливались. Так, выливались всевозможные фигурки вот, серафимов. Завершились юбилейные торжества праздничным концертом, в котором приняли участие детские творческие коллективы, ансамбль духовной музыки и воспитанники воскресной школы. Всех с Покровом поздравляем и желаем каждый час, чтоб Мария, Матерь Божья, от тех бед хранила вас, чтоб услышаны молитвы ваши были, как всегда, а болезни не касались ваших судеб никогда. На этом наша передача подошла к завершению. Дорогие телезрители, до новых встреч. Да хранит вас Господь.